Итак, в Засвияжье завершают устройство котлована под основание новой дороги. Строительство улицы Юго-Западной в одноименном микрорайоне ведется по программе «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда». Новый участок улично-дорожной сети обеспечит дополнительный проезд для транспорта в жилой массив со стороны проспекта Олимпийского. Строительные работы здесь стартовали в конце прошлого года, а их завершение и запуск движения намечены на осень 2023-го. Уже сегодня выемка грунта для возведения будущей дороги выполнена на 75%, проведена и разбивка трассы. Также выполнена необходимая подготовка к строительству. Сейчас рабочие заканчивают демонтаж двух железобетонных тоннелей, попавших в зону строительства. Обустраивают и дорожное корыто, вскрывают и вывозят мерзлый грунт. Планируется вынос инженерных сетей из зоны застройки, перенос их. Значит, и до весны планируем вот дорожное корыто все-таки сделать и начать его отсыпать песком. Вот, ну, надеемся, таким образом весеннюю распутицу продолжить работу. Кроме того, специалисты Ульяновского водоканала выполняют подготовительные работы для переноса напорной канализации. Сейчас на строительной площадке трудятся 19 работников и 6 единиц техники. Полукилометровый участок новой дороги от улицы 154-й стрелковой дивизии до проспекта Олимпийского будет иметь две полосы шириной по 3,5 метра, а с обеих сторон обустроят тротуары.